Физкульт, привет. Запомни одно. Нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок. Как-то так. Сегодня у нас по плану ноги, плечи. Первое упражнение мы сделаем ноги с плечами. Второе упражнение — тяга на плечи. И третье — передняя дельта, махи перед собой. Работаем. Лень – это один из главных порогов и одна из главных причин того, что ты не можешь даже не то что прийти к своей цели, а сдвинуться с места. Начни убивать лень маленькими шагами. Если ты начнешь сразу ее убивать, и сейчас делаю это, я сегодня пойду на тренировку, это ничего не даст. Нужно это прививать хотя бы маленькими шагами. Даже в быту. Вот после себя помой посуду. Хотя бы после себя. Постепенно, если ты будешь это делать каждый день, ты заметишь, как ты уже без этого не можешь. Ты поел, попил, помыл. И так постепенно лень будет уходить от тебя. Потом что-то серьезней сделать, чтобы это было на постоянной основе. Чтобы ты привык к этому. Чтобы ты привык жить без лени. Попробуй сделать такое своеобразное соревнование с ленью. Борись с ней. Ты сильнее, чем она. Попробуй. Только что-то встает тебе лень делать. Ты подумай. Я сильнее тебя. Встань и сделай. Посмотришь. Потом, как она исчезает из твоей жизни. Вот увидишь. Все постепенно на постоянной основе. Постепенно на постоянной основе. Только тогда будет результат. Это 100%. Вот у нас сейчас тренировки через день. В день отдыха вы можете делать пресс, бегать, плавать, что кому угодно.
Только главное не нагружать ту мышцу, которая будет у нас на следующий день. Чтобы она отдохнула, восстановилась, и мы с новыми силами ринули в бой. Вот, хорошо. Мы встали утром и занимаемся спортом. Это своего рода, даже не то, что своего рода, это борьба с ленью. Это борьба с ленью. В любом случае. Лень — это самое главное препятствие твоей цели. Самое главное препятствие – это лень. И с ней нужно устроить соревнование. Кто круче, я или лень? Или какая-то лень? Конечно же ты. Ты и только ты. Работай над собой. Избавляйся от вредных привычек, от лени, отговорок. Вырабатывай в себе силу, не только физическую, но и духовную. Хорошо. Хорошо. Первое упражнение мы сделали. Потянули мышцу, ту, на которую мы работали. Второе упражнение – тяга. Штанги к подбородку, к груди. Кто как может, туда и тянет. Выровнялись и тянем по максимуму. Локти вверх. Руки в стороны. Тянем локтями. Старайтесь тянуть локтями, будто вы локти поднимаете, не руки, не руками тянете, а локти поднимаете вверх. Вот, без штанги попробуйте. Вот так же штангой. Локтями тянете, плечи чувствуете. При борьбе с ленью вырабатываете смекалку. Вот, например, так, ну что мне, где мне позаниматься? Зал закрыт, на улице дождь, что мне делать? Как мне сделать сегодня грудь? У меня по плану через день вот сегодня грудь. Как мне ее сделать? Пол есть, пол всегда с тобой есть, пол. Земное тяжение еще никто не отменял. Легли, упор лежа и погнали. Да, у тебя сегодня не получилось с весом сделать. Нет у тебя
портфеля даже элементарного, чтобы кинуть туда какие-то книги, бутылки, что-нибудь, гантели. Без веса ты сегодня. У тебя сегодня на выносливость тренировка. Загони туда как можно больше крови и все. Сделай сотку, 200, по 10, по 5, по одному разу. И ты увидишь, как на следующий день или через день ты просто будешь умирать от боли, от приятной боли. Смекалка должна работать всегда. Ты должен видеть снаряд во всем. Если ты занимаешься спортом, ты должен видеть снаряд твой. Снаряд – это предмет, которым ты убиваешь в данный момент какую-то мышцу. Везде. Вот какая-то труба подтянуться, от пола отжаться. Камень какой-то даже поднимать. Смекалка должна работать на все 100%. Побеждаешь лень, вырабатываешь смекалочку и вперед. И работаем, работаем. И еще раз работаем. Подходика 3-4. Сделаем, посмотрим, как по повторениям. Если уже потупил плечи, то пока не надо. Солнце ужасное. Я извиняюсь за звук. Микрофона почти нет. Полетел шлейф. Разговариваю на громкой связи, поэтому в видео есть шум и слышно плохо. Пробовал через наушники Bluetooth, то же самое. Не понимаю, как что. Что-то придумаем, по-любому мы что-то придумаем. Смекалка должна работать во всем и всегда. Отдыхайте примерно минуту-полторы между повторениями, между упражнениями где-то по 2 минуты, 3, может, чтобы кислота немного ушла. Побеждайте лень. Вырабатывайте смекалку. И никаких отговорок. Лень вырабатывает у вас своеобразную смекалку на отговорки. И вы придумываете себе отговорки. Ой, наверное, сегодня я пас. Что-то плечо болит. Хорошо, болит у тебя плечо. Поприседай. Тебя же плечо болит, а не ноги.
по приседаниям тем. Через тренировочку сделаешь плечи. Перестанут болеть, сделаешь плечи. Не ленитесь, не ленитесь. Работайте. Воду пейте, хотя бы по глотку, по глоточку. Никогда не ищи отговорки, никогда. Чем больше отговорок, тем ты как этими отговорками подпитываешь свою лень, поливаешь ее, и она растет все больше и больше с каждой твоей отговоркой. Каждая отговорка – это как толчок для лени. Она уже устала, ты с ней борешься. Она уже устала бороться, уже почти сдалась. Но ты нашел отговорку. Погода плохая. Нога болит. Еще что-то. И этим ты даешь толчок ей. Она просыпается. И вновь расцветает в твоем организме. Нет, нам этого не нужно. Никаких отговорок. Убиваем лень. Работайте. Работайте над собой. Не ленитесь. Один подходик и сделаем переднюю дельту. Кстати, отговорки могут поступать не только с вашей головы, но и с уст окружающих. Окружающие тоже могут неплохо отговорить тебя, позаниматься сегодня, сделать что-то, то, что нужно тебе. Так что подумайте об этом. Отговорки бывают разные, и не только от тебя. Главное, не давайте слабину, не давайте, работайте, никаких отговорок, нет лени, нет, лени нет, лени в нашей жизни нет, никогда не будет, запомните, лени нет.
улучшайте себя не только физически, но и духовно. И тогда вы по-любому, в любом случае добьетесь своего, добьетесь своей цели. В любом случае. Главное, со дня в день, с минуты в минуту, с часу в час, с недели в неделю, с месяца в месяц, с года в год, маленькими шагами вы придете туда, куда не придет тот, который ленится, который ищет себе отговорки, который лежит и думает, что его мечта сама к нему придет. Но такого не бывает. Такого просто не бывает. Нужно идти к своей мечте, и тем слаще будет победа, тем слаще будет осязать ее, тем слаще будет то, что ты достиг ее уже, чем когда ее принесут тебе на. Ты ее ценить не будешь. Ее просрешь просто, если ее тебе просто так дадут. Просто просрешь. А если ты сам своим потом и кровью заработаешь этими маленькими шагами, ты заработаешь свою мечту, придешь к своей цели, ты ее ценить будешь больше, чем когда тебе ее принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Работайте, работайте, и у вас все будет. Все будет, все. По крайней мере, все, что вы захотите и к чему вы стремитесь. Так, сегодня пойду. Чем тяжелее путь, тем слаще победа. Тем слаще победа. Цените каждый день, каждую минуту. И работайте. По-любому, в 24 часах можно выделить время на маленькую тренировку, на маленький шаг к своей мечте. Маленький шаг. 30 минут, 20, даже 20 минут может хватить на маленький шаг к своей мечте. У тебя есть даже больше времени посидеть в телефоне, посмотреть телевизор, поговорить о пустом с кем-то. И ты не можешь выделить 20 минут на себя. Ты не можешь выделить 20 минут в день на свою мечту? Я не верю. Ты все можешь. И ты это сделаешь. Работаем. Работаем.
ценнее, чем ты, и твоя мечта у тебя не может быть ничего. По крайней мере, каких-то полчаса, 20 минут ты обязан уделить себе. Ты обязан приблизиться на маленький шаг к своей мечте. Ты просто обязан это сделать. И это обязанность не перед кем-то, а перед самим собой. Будь честен перед самим собой. И работай над своей мечтой. Это же так просто. Это просто сделать, но походу для многих тяжело понять. Для многих тяжело понять, что это так просто. Как-то так. Искореняйте лень из своей жизни, искореняйте ее, выкапывайте своими поступками, выкапывайте своей ежедневной работой над собой, просто выбрасывайте ее из своей жизни, выгоняйте ее, она вам не нужна, это паразит, который мешает вам на пути к своей цели. Лень. Просто конченый паразит. Задумайся над этим. Только тяжелая работа. И только путь к цели. Только путь к цели. Избавляйтесь от лени. Она вам не нужна. Работайте над собой. Работайте над своей смекалочкой. И никаких отговорок. Отговорок быть не может. Работаем.